метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 28 января, по данным Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 8 градусов мороза. Днем будет минус 3. Облачно, небольшой снег. Ветер южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 28 января – Павлов день, а в народе – День колдунов. Люди верили, что 28 января колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В народе также говорили: «Павел день прибавил», замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу. Ночи становятся короче, а солнце ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые – тепло, а моргающие – вьюгу. На этом у меня все. Улыбайтесь чаще. До свидания!